Всем привет! Вы на канале «Апноэ Горький». С вами Александр Быков. И сегодня мы с вами посмотрим самый глубокий нырок в мире в моноласте, который сделал Алексей Молчанов на чемпионате мира по глубинному фридайвингу в 23-м году в Лимассоле на Кипре. Алексей здесь нырнул на глубину 136 метров. И это абсолютный мировой рекорд по нырянию в моноласте в глубину на задержке дыхания. Алексей готовится, настраивается. Как всегда, расслаблен. Итак, Алексей делает упаковку. Он ее всегда делает в несколько этапов. Сначала делает упаковку, потом расслабляется, потом делает упаковку снова и уже ныряет. Итак, Алексей начал свое погружение. Здесь он ныряет совершенно без грузов, то есть груза вообще не использует, потому что нырок будет очень глубокий. Итак, до 20 метров он доходит со стрелочкой и потом опускает руки. Вот, на 25 метрах набрал маусфил и на 30 метрах добил маусфил. Так сказать, набор маусфила в два этапа. Здесь мы уже видим на глубине 50 метров, как вдавилась его грудная клетка. И вот Алексей немножко поправляет плечи и грудную клетку для дополнительного расслабления. И начинает свой фрифол. Несмотря на то, что здесь уже хорошая отрицательная плавучесть, и он просто падает вниз, подрабатывает моноластой, чтобы и увеличить скорость в какой-то степени, и выровнять положение тела. 90 метров. Показывает нам Алексей крупным планом. Включился фонарик. Несмотря на то, что здесь очень прозрачная вода, сами видите, как темно становится на глубине 100 метров. У Алексея отличное положение тела. Так, 120 метров. Темнеет еще сильнее. Тридцать метров, шарик, тачдаун, разворот. Алексей всегда делает очень мягкий разворот, не торопится, все отработано, великолепно. И как мы видим, очень мягко начинает всплытие. Очень вариативная техника, то средняя амплитуда, то большая, но видно, что Алексей не торопится, делает все достаточно мягко и расслабленно, хотя время погружения уже составило 3 минуты, а он находится все еще на глубине 90 метров. Здесь вот начинает делать и небольшую амплитуду, хлесткие движения появляются. Totally uneven style of kicking, doing some short kicks, которые он чередует опять с мягкими. Видно здесь, что требуется усилие для того, чтобы удерживать стрелочку. Иногда он ее поправляет. Вот на 45 метрах его встретил первый страхующий. И
И на 35 метрах уже трое сейфити его встречают, а он продолжает всплывать. Здесь уже зона положительной плавучести, можно не грести. Вот, на 15 метрах Алексей смотрит, где же она, эта поверхность. И всплывает. Дышит не так, чтобы активно. Снимает ноузклип, выполняет протокол, показывает знак ОК. Ну, честно говоря, хотелось бы, чтобы дышал поинтенсивней после такого нырка. Улыбается. И это мировой рекорд, 136 метров на задержке дыхания, ныряние в моноласте. Круто, поздравляем. Алексей, супермен.